Всем привет, Boston Technic Влад. Вашему вниманию вот такой прицепной кормоуборочный комбайн Кверналанд Тааруп. Вот. Ну, что вам рассказать. Он комплектный, на нем вот сейчас в данный момент нет колес, но они как бы лежат в нужном месте, их поставят. На нем не работали. То есть у него состояние нового. Вот, в принципе, можете посмотреть как бы, да, по износу. То есть на нем даже нет потертости, в принципе, на подборщики, на шнеки, ни на чем вообще. Вот, то есть техника не эксплуатировалась, это был выставочный образец. Вот, теперь продается, ну, не подходит немножко хозяйству, которое в итоге приобрело под его задачи, скажем так. Вот, то есть... По всему видно, да, что техника это фактически в состоянии новой. Ну, стоит какое-то время, вот немножко в пыли и паутине. Но это все, в принципе, не страшно. Живой, хороший, красивый. Можно сразу же запускать в работу. Это Кверналанд. Прослужит очень долго. Приезжайте в гости, все покажем и расскажем.